Традиционно Олег Митяев встретился на поляне Высоцкого с представителями сочинского клуба авторской песни. Руководителю клуба он вручил памятную медаль за поддержку фестиваля. Участники встречи спели песни, обменялись новостями и пожеланиями. Город Сочи – это одна из столиц нашей Родины. И надо сказать, что, может быть, одна из самых приятных столиц. Потому что и климат, и традиции, и очень много воспоминаний. Ну а вечером в оздоровительном комплексе «Спутник» состоялись основные выступления. Вход на мероприятие был свободным. Зрители смогли послушать любимых исполнителей, а кроме того, принять участие в съемках видеоклипа на новую песню Олега Митяева «Сочи».